Привет, дорогие друзья! Сейчас мы с моим учеником Тарасом продемонстрируем вам упражнения, которые борцы и другие спортсмены могут применять для развития координационных и скоростно-силовых своих качеств. Эти упражнения, некоторые из них можно выполнять на твердой поверхности, но некоторые только на мате. Поэтому обращайте на это внимание и выбирайте то, что вам нужно. В принципе, этот комплекс предназначен для борцов, которые занимаются на специальной поверхности, в борцовском мате, татами и так далее. Но некоторые упражнения могут взять себе и другие спортсмены. Начнем. Разбиваемся по парам, то есть вот по два человека. И начинаем с ускорений. То есть мы становимся друг напротив друга. Тут сейчас мы будем вам показывать, расстояние у нас маленькое, но вы в своем зале можете делать по более большой траектории. Если у вас зал длинный, вы можете делать от начала ковра и до конца. Если у вас это борцовский ковер, допустим, один небольшой, небольшой участок, то вы можете делать, допустим, с левого угла и вот с одного угла и в другой угол бегать, ускоряться, делать эти упражнения. Не обязательно, если у вас маленький ковер, то вы можете делать по одному человеку. Так тоже можно делать. Все, приступим. Первое задание. Становимся, выбираем участок, вот допустим, какую-то линию себе прочертили, стали на старт. И по хлопку, допустим, или я, или Тарас хлопает, и мы бежим ускорение вперед. Пробежали, ускорились, идем, восстанавливаем дыхание, глубокий вдох, выдох. Опять становимся на старт. После этого делаем по хлопку кувырок вперед, ускорение. У нас сейчас небольшое расстояние, но у вас оно может быть другим. Теперь делаем кувырок вперед, кувырок назад и ускорение. И максимальное ускорение. Теперь делаем кувырок вперед, кувырок назад, разворачиваемся, отбрасываем ноги и опять же максимальное ускорение вперед. Возвращаемся, восстанавливаем дыхание. Разворачиваемся спиной вперед и по хлопку бег спиной вперед. Возвращаемся, восстанавливаем дыхание, глубокий вдох, выдох. Разворачиваемся спиной. По хлопку пол ковра пробегаем спиной вперед, пол ковра разворачиваемся, прямо ускорение. Возвращаемся, опять же не забывайте восстанавливать дыхание, отдыхать. После того, как вы пробежали, становимся на четвереньки и по хлопку побежали на четвереньках вперед. Возвращаемся. Глубокий вдох, выдох, не забывайте восстанавливать дыхание. Становимся на коленки. И пробежались на коленках. После этого опустились на коленки и пошли перекатами. Одну ногу поставили и выполняем перекат. Руками тянемся, как будто проходим ноги. В правую сторону, в левую.
После этого опускаемся на коленки. Из этого положения выпрыгиваем на стопы и продвигаемся дальше. Кувырки вперед. Кувырки назад. Кувырок через левое правое плечо. Один кувырок вперед, один кувырок назад. После этого Тарас разворачивается ко мне лицом, дает одну ногу и вот прыжки. Держит равновесие, я его немножко дергаю. Пропрыгали, поменяли ногу, ногу ровную. Прыгаем, держим дистанцию. И потом Тарас меня вводит вот за ногу, я прыгаю. Повыше, повыше. Ого. То есть должна быть максимальная высота, при которой вы стоите, удерживаете равновесие. Следующее упражнение. Тарас делает упор лежа. И на руках вот такая тачка проходит в конце зала, отдыхает. Отжимается. От 5 до 10 раз. Хорошо, достаточно. Потом опять мы меняемся. И теперь я иду на руках. И отжимаемся. После этого опять первый номер упор лежа. Я беру за ноги. Два шага, одно отжимание. Видите, два шага, один раз отжался. Хорошо. И поменяется. Пройдем кружочек, восстановим дыхание. И теперь прыжками. Первый опять же делает упор лежа. Второй берет за ноги и прыжочком. Вот так, да. Прыгаем, прыгаем. Все, достаточно. Еще раз посмотрите, я буду прыгать. То есть смотрите, вот я как делаю, как отжимание. Отжался и оттолкнулся. Видите, пружинка.
хорошо развивают руки, подготавливают вот для того, чтобы вы хорошо от накатов стояли, защищались. Теперь можно, когда вы вот уже хорошо размялись, разогрелись, вам нужно немножко отдохнуть, можно поделать подъем разгиба. Опять же отдохнули, сели спиной к краю и делаем упражнение лодочка. Теперь опять же садимся, разворачиваемся лицом и вот такой паучок. Идем, восстанавливаем дыхание, глубокий вдох, выдох. Следующее упражнение – колесо. Через левую и правую руку. Следующее упражнение – рандат. На две ноги приземляемся. И через другую. Хорошо. После этого я захватываю своего соперника на мельницу и пронес его. Потом меняю руку. Опять же захват его и проношу в другую сторону. Мы меняемся, и соперник меня также проносит туда-обратно. После этого спиной разворачиваюсь к краю ковра, захватываю его, подсаживаюсь под соперника, захватываю его через руку за туловище, открываю и несу вот спиной вперед. Разворачиваюсь, захватываю его за другую руку и опять же несу в таком положении. Отдыхаем немножко, пока пройдем, восстановим дыхание. И отсюда еще можем поделать выпрыгивание из низкого седа в длину. Присели и выпрыгиваем. Прошли, восстановили дыхание. Теперь следующее упражнение. Тарас ложится на спину. Я вот подхожу сверху, он меня захватывает за шею. И с этого положения я тащу его до края ковра. Меняемся. И Тарас меня точно так же протаскивает. Прошли, восстановили дыхание. После этого разминку можно считать оконченной и приступить к следующей.